Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим блины 3 стакана. Это тонкие блинчики с дырочками. Готовятся они без соды и без весов, так как основные ингредиенты мы будем замерять стаканами. Поэтому рецепт запоминается очень легко. Получаются они очень вкусные. Подойдут на масленицу или просто к чаю. Тесто я буду замешивать обычным венчиком. В миску выбиваю 2 яйца. Рецепт проверенный и довольно экономичный. К яйцам добавляю щепотку соли и добавляю 2 столовые ложки сахара. Сахар добавляйте по вкусу. Если не любите слишком сладко, то 1 столовой ложечки будет достаточно. Яйца с сахаром просто взбиваем венчиком до однородного состояния. И затем добавляем 1 стакан слегка теплого молока. Я оставлю молоко на 30 секунд в микроволновую печь. Можно просто достать молоко заранее из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Немного перемешаю. И добавляем 1 стакан муки. В стакан размером 250 мл вмещается ровно 160 грамм. Муку я буду просеивать. И перемешаем до однородной консистенции. Тесто нужно перемешать так, чтобы не осталось никаких комочков. И параллельно ставим кипятиться воду. И добавляем 250 мл кипятка. Сразу все перемешиваем. И добавляем 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Также в тесто можно добавить экстракт ванили или ванильный сахар. Тесто должно получиться гладкое и однородное. Обратите внимание на консистенцию. И теперь идем к плите печь наши блинчики. Сначала сковороду нужно очень хорошо разогреть и смазать растительным маслом. Размер моей сковороды 20 сантиметров диаметром. Перемешиваем тесто. Выливаем не полный половник в сковороду. Обжариваем, пока блинчик не схватится. Обратите внимание, сейчас я поднесу, получается много вот таких дырочек. Когда блинчик схватился с одной стороны, аккуратно переворачиваем его на другую сторону. И продолжаем обжаривать еще буквально 1 минуту. Готовый блинчик перекладываем на блюдо. Один из главных секретов блинов 3 стакана – это правильно обжарить блины. Сковорода все время должна быть очень хорошо нагрета. Огонь выше среднего. Если огонь у вас будет недостаточно высокий, то у вас не получится вот такое количество дырочек. И также продолжаем обжаривать все оставшиеся блинчики. Друзья, наши блинчики 3 стакана готовы. Получаются они очень красивые, ажурные, с большим количеством дырочек. Посмотрите, вот я поднесу поближе. Это просто какая-то прелесть. У меня получилось ровно на 18 штук. Я уже попробовала, получается очень-очень вкусно. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. А я всем желаю прекрасного настроения, отличных праздников, берегите себя и своих близких.